Вот, дорогие друзья, это вот тот самый сюрприз, о котором я говорил, кто еще не знает. Сегодня первое наше совместное выступление с Евгением Быком, которого вы прекрасно знаете по творчеству Анатолия Киреева. Но сегодня первый раз мы выступаем в таком составе здесь, в Самаре. Ну, не знаю, есть вот такое понятие, там, третья молодость, десятая молодость. У меня сейчас какая-то, не знаю, там, сотая молодость, когда вот я стал вместе с Женей работать. И просто послушайте сейчас вот лирические песни в нашем совместном проекте. Апрель и май, день, неделя, год. Здравствуй, прощай, все наоборот. Без причины смех, горе не беда. На глазах у всех раз и навсегда. Тихий звон часов в комнате чужой, в сотне голосов затерялся мой. Март, апрель и май, радость и печаль, здравствуй и прощай. Март, апрель и май, медленно кружит лист календаря, темной ниткой шит праздничный наряд. За одним столом радость и печаль, вместе пьют вино, кружками стуча. Лист календаря медленно кружит, я стараюсь зря вместе не сложить. Март, апрель и май, радость и печаль, здравствуй и прощай. Март, апрель и май,